Центр занятости ждет ребрендинг. В рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» утверждены новые стандарты и требования к госслужбам страны. В планах создания во всех центрах однотипного стиля. Пилотные проекты запустят в 16 регионах России. Челнинский центр занятости – первый и пока единственный в республике. Его ожидает брендбук, то есть появятся фирменные знаки, логотипы и даже униформа для сотрудников. Пока что в центре занятости ничего не выдает будущих перемен, но уже скоро все здесь заиграет новыми цветами. Ремонт выполнит в трех утвержденных цветах – темно-синим, голубом и оранжевым. В единой гамме будет и униформа сотрудников. Центр разделят на несколько секторов. У входа – сектор информации, где консультант будет помогать с электронной очередью и документами. В зоне ожидания еще планируется разместить компьютеры, где будут подключен интернет, будут соискатели могут спокойно, удобно разместиться, будут на высоких стойках, стулья, значит, высокие, каждый компьютер отделен друг от друга. Отведут зоны для групповых встреч с работодателями и соискателями. Для занятий с психологом оборудуют детскую зону. Каждый сектор выполнит в разных цветах для удобства посетителей. Несмотря на полный ребрендинг, сохранится доступная среда для инвалидов. Пока что ведутся подготовительные работы. Утверждается смета, дизайнеры готовят проект обновленного центра занятости. В конце августа строители уже приступят к работе, а завершить все планируется к концу этого года. Виктория Евсеева, Ильнар Мустафин, Челны-24.